Всем привет! Всем доброе утро! 1 января! Ну, признавайтесь! Дима тут на фоне. Признавайтесь, кто из вас жив? Я полужива, но жива. Муж у меня, конечно, спит. Вот. В общем, я немножко в сообществе вам всем писала. Спасибо огромное за понимание. Я говорила о том, что решила в декабре взять небольшой отпуск в Ютубе, отпуск от своей работы. За все года, сколько я веду свой канал, я ни разу не брала отпуск. Ну, у меня ни разу такого не было, чтобы я практически месяц ничего не снимала и ничего не выкладывала на свой канал. Я всегда, ну, что-то снимаю. Но я всем все в сообществе объяснила, кто не заходил, не читал, зайдите, почитайте, по какой причине я решила немножко отдохнуть от всего. Но Новый год настал, всех с 2023 годом, у меня, конечно, внешний вид не очень, но я думаю, мы все сегодня 1 января не супер красавцы. Он настал. И в новом году с новыми силами я берусь за съемки, я к вам вернулась, я набралась сил, энергии и, конечно же, буду вести теперь съемки, все буду для вас снимать, все-все-все, обещаю. Вы знаете, мы в этом году отмечали Новый год у друзей, нас было 4 семьи. Людей было очень много, мы накрывали большой пышный стол, но, вы знаете, это первый Новый год, когда я не устала, ну, при приготовлении праздничного стола. Обычно всегда, знаете, я, ну, как бы составляю меню, что вот на новогодний стол надо приготовить то-то, 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 и пока я это все приготовлю, уже к тому времени, как садиться за этот праздничный стол, я вечно, знаете, без рук, без ног, без сил. Вот, а это так как нас было 4 семьи, мы составили меню, что бы мы хотели, да, приготовить на этот праздничный стол. И мы это меню разделили на 4 семьи. То есть от вас, допустим, вот такой-то салат, такая-то закуска. От вас, вот, допустим, такой-то горячая, такая-то закуска. А от вас, допустим, вот такие-то вот салаты и так далее. И в итоге получилось, что вроде стол был огромный, еды было очень много, но в целом никто из нас не устал, ну, за приготовлением этого праздничного стола. Я вот действительно, я была не уставшая, я была отдохнувшая на празднике. Мне так понравилось, когда ты за огромным пышным столом, а при этом там приготовила всего два каких-нибудь там блюда, ингредиента, а остальное, ну, как бы все приготовили кто-то другие. Это, короче, клево, это классно. И знаете, я вот, ну, поняла прелесть в отмечании праздников в большой компании. Это реально, ну, в этом есть прям большие плюсы. И, конечно, было безумно весело. Мы дурачились как могли, мы играли в разные игры, мы и в фанты играли, там, ну, заранее, естественно, распечатывали все эти задания, там, из мешочка доставали, каждый делал эти задания, и в крокодила мы играли, во что мы только не играли, все дурачились, все бесились, ну, в общем, реально было круто, просто было круто. Я не знаю, я, наверное, всех гостей не буду вам показывать, может быть, Юлю с Тарасом покажу, ну, они, естественно, с нами тоже отмечали Новый год. Чуть-чуть, может быть, какой-нибудь кадр покажу из задания, какое они выполняли. Ну, не знаю, было вот реально классно. Естественно, я не снимала, ну, так, чтобы прям вот снимать влог, так как, ну, я думаю, вы меня понимаете, не, ну, как бы застолье. Застолье — это значит алкоголь, и, наверное, не всем хочется, чтобы их снимали, допустим, в не очень трезвом виде, да еще и выкладывали на всю страну. Поэтому, как такового, ничего я для вас не снимала, но это я тоже за это, за все извинилась, я предупреждала, что в этом году не будет ни съемок новогоднего стола. Каждый год, кто меня смотрит, уже не первый год, каждый год я всегда снимала все, что я готовила. Ну, в этот раз я говорю, от меня там было буквально два каких-то ингредиента, я даже не видела смысла, ну, этому посвящать целый влог. Ну, в общем, и вообще, я отдыхала. Долго я болтаю. 1 января. Мне надо, вот у меня, знаете, мега задача, мне надо как-то мужа перебазировать в спальню. У меня Саша уснул в зале, я не знаю, почему, как так получилось, ну, в общем, я проснулась, все нормально, я проснулась в спальне, выхожу в зал, смотрю, у меня Саша спит в зале. Я хочу поздравить Димочку с Новым годом. Дима еще не получал новогодние подарки, но у Димы новогодних подарков просто неимоверное количество.
Ему передали подарки его дедушка, бабушки, крестная, подписчица, мы, естественно, Саша. В общем, подарков его ждет просто тонна. Хотелось немножко заснять, что мы все дарили Димочке, как мы его будем поздравлять с Новым годом. Но как мне, блин, ё-моё, переместить мужа? Он там храпит на весь зал. Ё-моё, сейчас покажу. Вот он, Саша. Это я не знаю, что за коробка, честно-честно. Что это за коробка? В общем, просто пустая коробка. Вот он, Саша, не знаю, каким-то макаром он уснул на диване в зале. Не дошел он до спальни, да, сынок? Не дошел. Вот, и его, в общем, надо это... Дима, что ты с моей тушью играешься? Ага, это мамина тушь. Вот, сейчас я его как-нибудь это, ну, чтобы он на фоне нам не храпел. И будем вручать Диме подарки. Дим, сегодня Новый год настал. Тебя ждет много подарков. Фух, я это сделала. Просто я легла спать в 6 утра, а Саша еще отмечал все Новый год. И он, я, если честно, даже не знаю, во сколько он лег, но гораздо позже, чем в 6 утра. Может, часов 10 утра. Ну, представляете, он всю ночь до самого-самого там рассвета отмечал. Это, конечно, было непросто его разбудить и объяснить ему, что я хочу, чтобы он сделал 3 шага и дошел до спальни, но я это сделала, он ушел. Так, все. На фоне нам никто не будет мешать. А вот это вот, посмотрите, это все подарочки для Димы. Подарков очень много ждет Диму. Сейчас мы их будем распаковывать. И наслаждаться праздником. Посмотрите, сколько подарков. Ё-моё, мне в детстве никто столько подарков не дарил за один раз. Но Дима у нас счастливчик, его ждет куча-куча подарков, куча поздравлений. Только осталось его позвать. Сейчас, подождите, ребенка позову. Дим, ты хоть понимаешь, что это все подарки? Ты не понимаешь, ты ни разу не получал так подарки, не понимаешь, что это тебя ждут куча подарков. Давай распаковывать. Так, сейчас я, подожди, зрители вот сюда поставлю. Ой, поможет. Мама, тебе... Так тут же каждый подарок был подписан, сыночек, а ты подписки снял. И это тебе подарок, и это тебе подарок, по-моему, от крестной. Иди сюда, Дима, иди. Или это... Это... Ё-моё, ты же каждый подарок был подписан, сыночек. Это тебе от крёстной. Дима, иди сюда. Дим, давай распаковывать. Дима, смотри. Смотри. А что это, сынок? А что это? Смотри. Дима, на. На, сынок. Что это? Это тебе от крёстной. Это от крёстной. Это знаешь что, Димочка? Это... Такие пазлы, которые состоят из двух частей. Смотри. Вот так вот две части, их надо соединять. Мы потом с тобой будем сидеть. Это такие пазлы для малышей, сынок. Класс! Ты сказал крестный спасибо. Скажи крестный спасибо. Как-то нас, наверное, плохо видно, да? Так. А что еще? Что еще, сын? Вот тут вот я вижу, ты оторвал откуда-то мама и папа. Это откуда ты оторвал? А, я знаю, откуда ты оторвал. Это ты оторвал вот от этого подарка, сынок. Так, подожди, давай вот этот. Это от дедушки Сережи и бабушки Лены. Да, я тебе помогу. Это от дедушки Сережи и бабушки Лены. А, сынок, они тебя тоже поздравляют. Смотри, что. О, Дима, смотри, что тебе дедушка с бабушкой подарили. Будь здоров. Сейчас я тебе открою. Так. Да, конечно, сейчас посмотрим. Опа, смотри, сынок. Это знаешь что? 100 000 упаковок. Смотри, Дима, это тебе дедушка с бабушкой подарили. Это такой ежик, и в этого ежика надо складывать. Сейчас, подожди, я разберусь как. Это тебе от дедушки с бабушкой, от дедушки Сережи и бабушки Лены.
Так, смотри, это вот видишь ежик? И вот сюда вот в ежика нужно вставлять иголки. Вот так, сынок. Смотри, вот так, вот так. Вставляй сюда. Вот так. Да, давай. Вот так. Да вот так вот, вот так вот, давай. Вот так. Вот так. Молодец! А вот еще, смотри, сюда еще. Вот, на, на еще. Вот сюда, сынок, вот сюда смотри. Давай, давай. Молодец! Вот еще смотри. Давай. Да, так, давай, какой еще подарок откроем? Давай вот этот, вот от мамы с папой. Так, это от мамы с папой, смотри, Дима. И это много-много карточек, сынок, смотри. Это много карточек со всем-всем-всем. Мы будем с тобой все изучать. Тут и транспорт, и фрукты, и овощи, и птицы, и животные. Так, ты этот захотел. Этот подарок от Гули. Давай. Подписчица Гуля тоже подарила Димочке подарок. Спасибо Гулечке огромное. Ну, вы знаете, она нам на все праздники подарки шьет, наша подписчица. Так, мы не будем одновременно все открывать. Давай по одному, сынок. Вот, вот, это от подписчицы Гули. Смотри, что. Смотри, что тебе Гуля подарила, Дима. Смотри. Дима, смотри. Вот это да, сыночек. Посмотри, что это. Во какая. Да, это ты можешь вот так вот крутить, вертеть, тут считать. Смотри, класс, класс. Гуля подарила, супер, да, сыночек? Так, а вот это вот ты раскрыл. Это еще второй подарок от твоей крестной. Димочка, да, от крестной два подарка тебя ждет. Давай откроем, что еще нам крестная подарила. Так, что еще? Что еще крестная подарила? Давай посмотрим. Смотри, какой большой, сынок. Так. И это такая большая игра, Димочка. Мы тут с тобой будем изучать животных, учиться считать. Только сейчас мама найдет, как она открывается, эта игра. Это огромная игра, это тебе крестная. Второй подарок уже подарила. Так, смотри, сынок. О, Димочка, смотри. Это вот такая вот доска. Дима, куча подарков, ты теперь растерялся, какой, как это? Смотри, это вот такая вот доска, это тебе от крестной подарок. Смотри, тут сколько деталек, сыночек. Вот, смотри, какие детальки. Это мы все с тобой будем изучать. А вот это вот мы даже можем ловить. Тут рыбок. Это удочка специальная. И вот. В общем, сейчас пока, так как огромное разнообразие, мы с тобой чуть-чуть попозже, да, займемся этими игрушками. Я тебе покажу, как играть. Скажи крестной спасибо за два подарка. Спасибо. Давай еще посмотрим. Вот это вот от кого? И это от бабушки Оли, сынок. То было от бабушки Лены и дедушки Сережи, а это от бабушки Оли. Давай посмотрим, что бабушка Оля тебе подарила. Так. Дима, смотри. Ой. Так. О, Дим, смотри, это тебе от бабушки.
бабушки Оля. И это такая детская мозаика, сынок, мозаика. У тебя еще не было мозаики. 100 000 скотчей везде наклеено. Зачем столько скотчей клеить, да, Дим? Зачем? Непонятно. Пока все раскроешь, сколько пройдет. Ой, раскрыла. Вот, сына, смотри. О, смотри, какая мозаика, сынок. Обалдеть! Вот детали. Так. Смотри, вот детали. Так. И их надо складывать. Давай их сейчас вот в коробочку пересыпем вот сюда. Смотри, я тебя сейчас научу. Вот так. И вот так вот складываешь. Дим, на. Да, бери детальку. Складывай сюда. Вот, вот сюда, сынок. Сынок, смотри. Складывай сюда. Вот сюда, вот сюда. Вот так. На еще. Вот так. Еще бери сюда. Давай. Давай, давай. Вот так. Да, молодец, молодец, Дима. Давай. Молодец, молодец, умничка, сыночек, умничка, ты умеешь мозаику собирать. Скажи бабушке Оле спасибо. Давай еще. Молодец, так ее надо вот так вот ложить. А тут тебе всякие еще подсказки, что можно собирать из мозаики. Птичку, дерево. Вот тут вот смотри, разные-разные, вот они тебе, тут разные подсказки. Вот божью коровку мы можем собрать, зонтик, сынок. Но пока собирай без подсказок, пока собирай так просто. На, складывай. Так, бабушке Оле большое спасибо за подарок. Так, где у нас еще подарки, сына? Вот еще подарок. Это подарок от мамы с папой, сынок. Еще один тебе от мамы с папой. Так. Дима, смотри, что еще, сыночек. Смотри, что есть. Сюда складывай, сюда мозаику складывай. Да. Вот так. Вот сюда, вот сюда. Сынок, смотри, еще подарки. Дима, давай посмотрим, что это такое. Смотри, Дим. Дим, смотри. Дима, смотри, что. И это изучать цвета. Смотри, сынок. Вот желтая ведерко, а вот желтая краска. Наклеивай сюда. Вот сюда. Хоппа. Смотри. Вот красная ведерко и вот красная краска, сын, на. В общем, у него тут такое разнообразие с игрушками, он теперь не поймет. В общем, это, сыночек, мы с тобой будем цвета изучать, наклеивать. А вот это вот животное, Димочка. Смотри, а вот этого животного будем изучать. Смотри, вот козлик. Вот где у козлика голова? Вот голова, наклеиваем сюда. А это петушок, сыночек, петушок, наклеиваем сюда. Так, это цифры от подарка твоей крестной. Нам надо ничего не растерять. Как я не убрала этот пакетик. Так, ладно, это вот тебе еще подарки от мамы с папой. Давай еще подарки откроем. Ой.
подарок. О! От бабушки Оли. Еще один подарок от бабушки Оли, сыночек. Вот, смотри, давай посмотрим, что это, Дима. Еще один от бабушки Оли. Посмотрим. Во, смотри, какая игрушка. Ладно, мы ее распечатывать не будем, мы потом ее распечатаем. Еще подарок, сынок. Это еще тебе подарок от дедушки, сыночек, еще тебе подарок от дедушки Сережи и бабушки Лены. Да, у тебя всех по два подарка. Дим, пойдем, пойдем смотреть подарки. Так, камеру нет, камеру мы не трогаем. Мы не трогаем камеру. Я все тут с этой подарки пытаюсь распаковать. Так, Дима растерялся. Я вот еще покажу. Вот это вот еще ему подарили. Еще один бабушка Лена с дедушкой Сережей. Где ножницы, мам? Ножницы. Вот, я просто снимаю, потому что я знаю, что они же все будут смотреть, и крестная, и бабушка Оля, и бабушка Лена. И чтобы сделать отчет, что все подарочки мы Диме вручили. Так, вот это вот еще один подарочек, это тоже вот от дедушки Сережи, бабушки Лены. Это такой сортер. Сортер, форма, цвета и счет. Я уже сейчас не буду доставать. Вот такой вот, я уже сейчас не буду доставать, потому что у Димы уж очень сейчас большое разнообразие игрушек. Он сейчас, ну, просто это все раскидает, а то уже потом мы с ним сядем. Ну, в общем, это такой специальный сортер, в котором мы тоже будем изучать формы, цвета, счет. Ну, классная развивашка. Спасибо дедушке и бабушке большое. В общем, у нас получается от всех по два подарка. Два от дедушки с бабушкой Лены, два от бабушки Оли, два от нас с папой. Два от крестной я подарила. Я надеюсь, вы все поняли. Так, и получается у нас один подарок от подписчицы Гули для Димы. И еще, Дима, смотри, у тебя еще есть подарки. А, нет, от нас с папой у тебя получается три подарка. Мы еще вот этот подарок с тобой не раскрыли. Сынок, смотри, что тут еще есть. Смотри, что, Дима. Это тоже тебе от мамы с папой. Сейчас, подожди. Какое? Это кегли и шарик. Мы будем с тобой учиться сбивать шаром кегли. Такая классная игрушка. Только потом я тебе ее распечатаю. И еще, Дима, тебя ждет еще два подарка. Смотри, сынок, вот этот вот подарок тебя еще ждет. Это от папиной работы. Это от папиной работы. Давайте я просто вам покажу, потому что он, говорю, ему уже вообще все эти подарки вперемешку. Так, интерактивный кролик вот такой от папиной работы Диме подарили. Сейчас, что еще тут? Ой, так. Вот такие вот пазлы детские. Вот, я думаю, видно вот детали такие, крупные детали. Так, детский пазл. Еще... мешок с конфетами. Сейчас посмотрим содержимое этого мешочка. Так. Ну, в общем, вот шоколадки, конфетки. Вот такие вот. Ну, все, в принципе, шоколадные конфеты. То есть, прям карамелек нету. Вроде... Неплохой такой набор, он Аленка. Так, и еще вот. Еще такой вот набор детской посуды. Здесь получается бокальчик, я так понимаю, ложка-вилка, чашка под суп и чашка под первое в виде зайчика. Год же зайчика, смотри, какую тебе посудку подарили. Так, и еще в этом мешке еще один кулек. Я так понимаю, тоже со сладостями, но не знаю, почему он отдельно, этот кулек. Сейчас, подождите. И вот еще, сынок, вот еще конфеты. Ну, конечно, ты их есть не будешь, это мама с папой поедят. Так, и еще один подарок для Димы, это тоже от Сашиной работы. Вот такая вот коробочка, с этой стороны получается адвент-календарь. Ой,
Вот, адвент-календарь, но мы потом будем выдавливать это все, смотреть. И тут, ой, вот так вот она открывается. И здесь получается вот такой вот заяц. Вот, у него уши такие прикольные. Вот такой вот заяц большой в шубке. Ой, Дим, смотри, какой зайчик. Сынок, смотри, ты что, уже конфету там прогрыз? Дима, смотри, какой зайчик. Смотри, какой. Класс. В общем, заяц так. И тут еще что? Тут получается новогодняя игрушка «Газпром» на елку. И здесь получается вот такая вот коробочка. И тут тоже сладости. Вот эти два подарка Диме от Сашиной работы. Вот, ну уже не буду распаковывать этот кулек. В общем, тут тоже куча разных шоколадных конфет. Ну, конфетки все хорошие, я вот смотрю. Сникерсы, Марсы, Степы. Хорошие конфетки. В общем, есть не переесть. Вот такая вот куча подарков ожидала Диму на Новый год. Все, я все вручила, я молодец, слава богу. Моя миссия выполнена. Сейчас тут надо немножко подразобрать это все, убрать упаковку и распределить, какие игрушки куда. А потому что тут уже что-то у нас вперемешку. Ну, в общем, сейчас мама всем этим займется. И еще один подарочек Гуля дарила мне. Я сейчас вам покажу. Подписчица, один подарок подарила для Димы и один для меня. Вот такая вот коробочка, написана «От всей души». И в коробочке... Сейчас вот... Ой, не знаю, видно, нет, тут написано «Любовь». Ну, получается, мои именные: чайная ложка, столовая ложка и вилка. Класс, просто класс. Очень красивые приборы с гравировкой моего имени. Это тоже мне подарочек от подписчицы на Новый год. Куча подарков. Сейчас будем с тобой разбираться. Хочется сказать всем огромное спасибо. Всем Диминым бабушкам, дедушке, Диминой крестной. Ой, подписчица Гуля, всем-всем огромное спасибо за подарки, все Димочке вручила, спасибо даже Сашиной работе за подарки, подарки вообще шикарные, даже от работы, я считаю, вообще классные подарки для ребенка, просто супер. Ну, конечно, сладости он еще пока оценить не может, ну, я могу ему дать, конечно, одну какую-нибудь конфетку, но не более того, все эти пакеты он у нас есть не будет, это уже будем пить мы с Сашей чай, но остальные подарки прям вообще просто супер, игрушки. Каких только нету, да, сейчас будем разбираться. Ой, вам всем хочется пожелать счастья, любви, гармонии, здоровья, удачи. И я хочу сказать, что, вы знаете, я вот встретила этот Новый год, и он прям, этот год прям вот просто подошел ко мне и на ушко мне шепнул, что я буду годом исполнения всех желаний и всех мечт, которые есть у людей. Я вам вот точно говорю, мне прям вот Новый год на ушко нашептал. Так что я вам всем передаю то, что мне сказал Новый год, то, что у каждого из вас в этом году будут исполняться все ваши цели, все ваши желания, все ваши мечты. У нас, Саша, на этот год грандиозные масштабные планы, но один из них вы знаете, мы хотим пополнения в нашей семье, ну, как бы мы... Приложим все усилия, насколько можно, чтобы это тоже как бы одна из наших целей в этом году сбылась. Но помимо этой цели у нас на этот год возложены огромные планы. Огромные. И я думаю, что мы сможем их осуществить. Мы с Сашей очень-очень постараемся. Это масштабные цели, и они будут сбываться в этом году. И вам тоже желаю, чтобы ваши масштабные цели сбывались в этом году. Ну, естественно, все, кто останется со мной до конца... Все увидят все, что мы с Сашей будем осуществлять в этом году. Я говорю, планов у нас просто грандиозные, масштабные. И дай этому Новому году в помощь нам, чтобы все-все-все получилось. Буду на этом с вами прощаться. Мне надо срочно бежать с ребенком заниматься, разбирать все эти игрушки, потому что тут уже половина все поперепутано. И немножко еще приходить в себя. Но в этот раз я вам точно говорю, что я пропадаю ненадолго, в ближайшие дни я к вам вернусь. Всем огромное спасибо за просмотр и всем до скорых встреч!